Сегодня весь мир переживает новую технологическую революцию. Альтернативная энергетика, облачные технологии, искусственный интеллект, интернет вещей и роботы. Но насколько все это реально в России? Для примера, сегодня в Европе на 10 тысяч рабочих приходится более 100 роботов, а в России только 5. Завод роботов представляет первое в России контрактное серийное производство и сборку промышленных роботов. Промышленные роботы уже стали стандартом работы в сложных и опасных для здоровья человека условиях. В таких отраслях, как автомобилестроение, авиация и космонавтика, металлообработка, станкостроение, электронная и пищевая промышленность. Роботы далеко не всегда заменяют человека в процессах производства. Скорее наоборот, они минимизируют однотипный рутинный труд, давая возможность рабочим переквалифицироваться в операторов и инженеров. А благодаря высокой точности работ, процент производимого брака на роботизированных предприятиях стремится к нулю. Завод роботов предлагает индивидуальные решения для реализации ваших проектов в сфере робототехники от отдельных модулей до автоматизированных производственных систем. Уже сегодня существенная часть компонентов выпускаемых роботов создается в России, а к 2030 году компания стремится к полному импортозамещению. Предприятие работает в направлении контрактной сборки роботов различных типов и AGV, а также помогает зарубежным партнерам локализовывать производство на территории России. Благодаря собственным ноу-хау и налаженному проектному менеджменту, подготовка к процессу сборки робота занимает от 1 месяца. Завод роботов. Новая эра вашего производства. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чика-чика.